Я тут просто в рандоме был. Сейчас посмотрю, закончилась ли сессия. Да, короче. Приношу извинения тому зрителю, которого я сегодня нечаянно оскорбил. Но, дорогие зрители, прошу вас настоятельно. Если вы открываете мне в ЛС, что-то хотите написать, ну хотя бы представляетесь, кто вы. Я ж не знаю, кто это. Это мог быть уёбок из прошлого боя. Это мог быть какой-то статист, блядь, который меня в клан зовёт. Это мог кто угодно быть. Я, конечно, приношу глубокие извинения. Я не хотел никого оскорблять, но надеюсь, вы меня поймете. Все, на этом результат сегодняшних покатушек. 68% побед, 16 боев, 3056 средний урона. Я скажу честно, я недоволен таким результатом. Это очень ссаный результат. Вы помните, как у меня горело, как я страдал, как меня мучили, убивали, унижали. Но все-таки под конец я сыграл достойно, и я заслужил отдых.